нас два спортзала для старших и два спортзала для младших. Бассейн и больше. Нет, бассейна здесь ни на детском садике, ни на территории школы не будет. А вот здесь вот будет спорткомплекс, футбольное поле. Строительство школы и детского сада в Гусарской Балладе пока в начальной стадии. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проинспектировал ход работ на площадке и отметил важность объекта для жителей. Объект очень непростой, важный, особенно для Гусарской Баллады, где проблемы всем хорошо известны. Бюджетом обеспечено, однако, конечно, следует принимать во внимание о том, что в последнее время произошел существенный скачок цен на строительные материалы, на отдельные виды работ, поэтому, конечно, это все надо будет корректировать и учитывать. Сейчас подрядчик выполняет работы по строительству цокольного этажа, фундамента и плиты перекрытия, а также созданию вертикальной конструкции первого этажа. Впереди вынос коммуникаций из застройки, подключение электричества. На объекте 110 строителей, возведение идет точно по графику. До Нового года будут у нас закончены фундаментные плиты первого этапа и плиты перекрытия над цокольным этажом. Дмитрий Голубков отметил, что образовательный кластер в Гусарской Балладе будет отвечать всем современным требованиям и нормативам. Завершить все работы планируется к июлю 2023 года. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».